Мы присутствуем в периоде распада империи, распада, который на самом деле продолжается уже 25 лет. Это исторически очень короткий срок. Распадается огромная Советская империя. Это длительный процесс. Этот процесс в случае с Великобританией, с Францией, с другими странами, которые были мировыми империями, занял там десятилетия. А Путин, его окружение пытаются сохранить власть в условиях, когда это невозможно, когда исчезают экономические и политические основы существования государства. А предсказать, как этот процесс будет происходить, невозможно, потому что сегодня это противостояние уже не Путина со всем остальным миром, а вот этой властной верхушки и граждан России. Это может вылиться в кровавую гражданскую войну, в революцию или в какой-то спокойный более-менее процесс трансформации. Все будет зависеть от того, на что решится Кремль. Пока мы видим, что он, для него никаких ограничений не существует. Убийство оппонентов, предателей с его точки зрения, тех, кто мешает этой группе сохранить власть, это, ну, нормальная практика.